Попросил у хозяйки спички. Дали. И говорит: у тебя что, спичек нет? Я говорю: нету. Дала новую упаковку. Показываю. Ну, хозяйка очень добрая. Она не только спички даст. Ей еще надо компьютеры ремонтировать, а компьютеров у нее целых 9. Поэтому придется работать до утра. Ну ничего, спички будем отрабатывать. 1 апреля, никому не верю. Я рад, что вас это развеселило. Это реальный коробок, производитель отечественный. Спички, это вам, ну да.